Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор четвертого каталога Faberlic. Посмотрим с вами самые вкусные акции предложения, поделюсь с вами своими отзывами. Сегодня сразу на развороте у нас появляется с вами новая тушь, очень интересная, удлиняющая тушь для ресниц. И она, я так понимаю, будет у нас с силиконовой кисточкой, судя по всему, да? Органовое масло укрепляет корни ресниц и способствует их росту. То есть она еще будет и с ухаживающими компонентами, очень интересно. 399 рублей в одном цвете черный. Я возьму, наверное, девчонки, попробую. Мне интересно. Вместе с вами потестирую. У меня как раз все туши кончаются, поэтому... Меня, в принципе, описание устраивает. Давайте попробуем. 249 рублей она будет стоить при покупке по каталогу от 500 рублей. Да? То есть скидочка такая неплохая. Здесь у нас подборки макияжа и косметика. Рассказывают, как создать свой образ и что для этого нужно. Да? Вот новиночки наши с вами карандаши для глаз. Мне понравился. Вы знаете, я вчера носила целый день коричневый карандаш в виде стрелочки. Подложкой у меня были тени. Так, где они у нас, новиночка наша? Вот эти. Вот эти тени жидкие были подложкой. И сверху была стрелка коричневая. И вот не знаю, то ли за счет того, что тени сыграли как подложка, то ли за счет чего, но она у меня абсолютно не размазалась. Хотя я была уверена, что эти карандаши будут отпечатываться, и стрелка точно будет отпечатываться. Я была уверена, потому что у меня такой достаточно новейший век, да? Нет, сидела как влитая, и все отлично. Поэтому могу смело вам их рекомендовать. Единственный недостаток этих карандашей то, что их нужно точить. Они похожи немного, ну не немного, а в принципе они похожи на каялы Faberlic, который сейчас уже выводит, осталось всего у нас несколько оттенков на сайте Каял. Многие девчонки, я знаю, их любят, поэтому Каял можно заменить этими карандашами вполне. Новинка появляется у нас тональный крем. Ну, мне кажется, не то чтобы новинка, у нас уже был с вами такой крем, да, у меня он был. Ну и что могу сказать? Мне не очень нравилась старая версия, как-то рука к нему не тянулась. Я больше, если и люблю, то продукты какие-то такие матирующие, да. А, хотя он с SPF 15, у нас здесь сыворотка, да. То есть два отсека, в одном у нас сыворотка, в другом тональный крем. Я пробовала и сначала сыворотку, а потом крем, и миксовала их. А, если миксуем их как бы на руке или... на какой-нибудь тарелочке там, да, специальной, то тон становится немного светлее, чем есть на самом деле. И легкое такое невесомое покрытие. Но сыворотка, она такая достаточно плотная. И у меня этот крем, он поблескивал на лице. Поэтому прошлая версия мне не очень нравилась. И тональниками я сейчас не люблю. Я нашла свой лучший тональник Кушон. И даже не хочу больше экспериментировать. Будет два оттенка. В прошлой версии у нас он был с вами в одном оттенке. А здесь ванильно-розовый, да, и золотисто-бежевый. И цена совсем не бюджетная. По 15 миллилитров каждого средства, поэтому как бы смотрите сами, надо оно вам или нет. Это влажное сияние, да, вот видите, влажное сияние. Мне кажется, вот для сухой, для возрастной кожи, да, возможно. А так нет. Вот про кисточку, кстати, про эту девчонки у меня спрашивали, увидели в обзоре и говорят, неужели она такая большая? Да, вот эта кисть, она большая, девчонки, это кисть для пудры, и она действительно большая, она классная, большая. Вообще кисти Faberlic это полный восторг, я их обожаю, с удовольствием пользуюсь только ими, они потрясающие. Новая коллекция одежды, которая полностью представлена на сайте. Мне, девчонки, знаете, что понравилось? Я смотрела обзор уже у VIP-ов. Вот этот джемпер неплохо смотрится, который на пуговичках, да, причем вот опять в каталоге мне не нравится, как на моделях, совершенно не нравится. Когда я посмотрела обзор, то да, вот этот джемпер, он еще и беленький есть, красивый. Но цены тоже не бюджетные, далеко не бюджетные. И еще джемпер, здесь его нет в каталоге, он тоже на сайте представлен. А так, в принципе, ничего не зацепило, не захотелось ничего покупать. Так, бижутерия, новинки. Новинки прошлого каталога. Мы с вами обозревали набор Флоренция. И он действительно в жизни выглядит побледнее, он не такой яркий. Колечко вообще, ну, практически незаметно синего цвета, да, и серьги побледнее в обзоре заказа, я вам все это дело показывала. Возможно, что-то из новиночек себе прикуплю, потому что сейчас вообще вот такие колечки, они в тренде, скажем так, да, это модно, и браслетики вот эти, сережки длинные я тоже очень люблю, но вот это как-то кольцо и цепочка совсем не вдохновляет, вот это колечко симпатично, поэтому подумаю, посмотрю, может, возьму и эту новую бижутерию. Это новинки прошлого каталога. Faberlic Life. Не забываем делать и вовремя оплачивать заказы, да, чтобы у нас с вами проходила акция, чтобы брать любой
Продукт со скидкой 70%. Серия Global Oxygen пока без скидочек. Жалко. Но можно взять наборчики. Смотрите, классный набор. Мне очень понравилась вот эта пенка. Прям вообще супер. Она здорово снимает макияж. Я даже, хотя делаю так редко, но когда совсем лень, не пользовалась мицеллярной водой, да, чтобы смыть косметику, а пользовалась пенкой. С первого раза идеально очищенное лицо. Здесь у нас набор мусс плюс крем питательный. Пенка, к сожалению, не идет у нас по акции, да? И набор увлажняющий крем плюс крем для век. Крем для век очень хвалят, говорят, от темных кругов помогает. Не знаю, насколько это правда, на себе проверить не могу, у меня темных кругов нету. Серия Axiology, я вам уже в прошлый раз рассказывала. Для жирной кожи выбираем баланс, хорошо матирует, да? Уже приходит тепло в некоторые регионы, в нашу в том числе, потихонечку теплеет. И немножко надо корректировать уже свой уход. Кожа может себя вести по-другому. Поэтому смотрите, жирная кожа, дневной крем для лица, кислородный баланс именно классно матирует. У кого кожа сухая, советую сияние. Здорово увлажняет, спасает прямо от сухости. Серия Axiology будет еще у нас по желтым ценникам при покупке двух продуктов срабатывать акция. Мне из этой серии нравится только гамаш, девчонки, вот этот вот. 255 рублей, он будет у нас по желтым ценникам, 259 без желтого. Как-то не очень выгодно. Здесь выгодно очищающий гель для умывания, да, будет разница. А гамаш можно взять и без желтого ценника, разница 4 рубля. Гамаш классный, действительно, после него кожа как будто дышит. Карбокситерапия, на нее скидочек пока нет, на любимую. Но хорошие цены будут на серию Варио. Эликсиры у нас идут со скидкой 50%. Эликсир для лица сияние антистресс по 279. Аквалифтинг и защита от морщин 399. Вот как раз мне больше всего нравится аквалифтинг. Зелененький вот этот вот. Он классно работает на моей коже, он ее слегка матирует и в то же время подтягивает, повышает упругость, вообще потрясающий. Сейчас добиваю вот это вот сияние. Ничего не могу сказать плохого, ничего не могу сказать хорошего. Увлажнение такое неплохое дарит, жирного блеска на моей коже не оставляет. Наношу под крем. Можно миксовать у нас эти сыворотки эликсира с вами с кремом, да, можно добавлять прям капельку на руке, размешивая. А можно как сыворотку применять, мне больше нравится как сыворотку. И на крем для век здесь будет хорошая цена, скидка 40%. Это такой плотный крем для век, кто не любит крема для век, кремы. Как водичка, вот вам он подойдет, понравится, значит. Такой он плотненький, он у меня стоит, тоже надо доиспользовать. В серии Weekend неплохие скидочки на сыворотку. Наборчик будет. Крем для лица плюс крем для век. Мне нравится и крем для век, и крем для лица. Вообще вся серия нравится. Здесь хочется, вот как раз маска сливки восстанавливающая будет у нас со скидкой 40% по 299 рублей. Она мне очень нравится из всей этой серии, мне нравится только маска. Вот она потрясающая, она действительно сливки, она здорово увлажняет лицо. Я ее периодически повторяю. Сейчас вот заканчивается, надо тоже повторить, пока скидочка. Буду брать, скорее всего, пенку Гардерика, хотя на нее скидочек никаких нет. У нас Гардерика будет только набор дневной крем, ночной крем, крем для век. В прошлый раз мы с вами брали крем дневной, но в баночке. Очень уж понравился. Понравился мне, понравился соседке. Прям классный, зашел на ура. И на ее коже я увидела изменения. И хочу ей взять вот эту вот пенку для умывания, чтобы у нее в комплексе был уход уже Гардерика. Пусть попробует. Я ее, кстати, тоже не пробовала, но многие хвалят. Либо, девчонки, пенку Реноваж. Может быть, возьмем с ней, попробуем. Потому что она у нас 399 рублей. А Гардерика, да, как раз на нее скидка 499. Объем у них одинаковый, 175 миллилитров. Может быть, и такую попробуем. Желтые ценники на уход эксперт. Я не брала эту серию, потому что как-то изначально почитала, что, в принципе, отзывов на нее хороших мало. Ну, вроде крем как крем, и ничего особенного. Она у нас поэтапная, то есть нужно каждый шаг делать последовательно. Поэтому ну, как-то вот рука к ней совершенно не тянется. Ретинол Лайк. Мне, кстати, очень понравился крем и сыворотка на холодное время года. Шприцы тоже неплохо работают, но временный эффект. Пилинги все, уже брать поздновато, уже надо с ними заканчивать стараться или делать на ночь, а с утра SPF применять, у кого кожа склонна к пигментации, да, потому что начинается солнышко, могут появляться пигментные пятна, с кислотами надо потихоньку завязывать.
По поводу новинки прошлого каталога, сыворотки из линейки BioGlow уже писал пост в Инстаграм, мы с вами вместе ее тестировали, обозревали. Сыворотка очень неплохая, вы знаете, понравилась, да, больше подойдет возрастной сухой коже, склонной к сухости, стянутости и так далее. У нее достаточно такая питательная текстура, после нее кожа прям лоснится, запечатывала кремом, и в принципе излишней такой жирности она у меня не вызвала. Но у меня сейчас кожа нормальная, у кого девчонки жирная, конечно, может она и поры закупорить, потому что такая прям она питательная, хотя вроде как на водной основе, легенькая, впитывается быстро, но все равно есть вот этот элемент питания. По хорошей цене в этом каталоге будет мой любимый бальзам для стоп гладкие пяточки при покупке от 500 рублей за 99 рублей. Он будет со скидкой, так вообще рублей 70, да, 60 с чем-то. Буду брать парочку обязательно в запас. Он всегда мне нужен, теперь без него не представляю ни уход за ручками на ночь, ни уход за ножками. Он просто потрясающий. Вообще вся серия вот эта Faberlic Expert Pharma мне очень нравится. Здесь работающие действительно средства. Мужу брали... спрей от перхоти отсюда помог с первого раза. Себе брала, девчонки, шампунь для жирных волос. Так, здесь его нет. Здесь у нас против выпадения. Я сейчас стоит и уже не раз брала маску, разогревающую против выпадения. Она классная. Она действительно разогревает. Разогревает так, что мама не горюй. Поэтому можно даже кожу головы пересушить. С этим надо быть аккуратней. Но она действительно работает. Она еще за волосами круто ухаживает. Так. Пасты по желтым ценникам, шампуни почему для жирных волос нет. Вот шампунь для жирных волос, то Эксперт Фарма тоже с красным крестиком, он тоже классный. У кого прям жирный-жирный корни, кто уже не знает, как спасаться, моет голову каждый день, я вам прям рекомендую. Если его в каталоге нет, он на сайте все равно однозначно есть этот шампунь. Там небольшой объем, но хватает его надолго. Он нормально пенится, и с ним я мыла голову гораздо реже, когда у меня были прям волосы жирные у корней. В этой же серии, но уже в средствах по уходу за интимными зонами появляется у нас вот такая вот новинка для чувствительной, склонной к сухости кожи. Да? Это очищающий гель для интимной гигиены. Смотрите, у нас было средство для ежедневной интимной гигиены 200 мл, теперь очищающий гель. Отличаются они чем? Тем, что у нас в новинке есть еще иланка-ланка и гиалуронка. Здесь у нас как бы просто заявлено в старом, что молочная кислота. Я возьму, обязательно попробую, потому что это средство мне нравится. Мусс как-то не очень, он мне сушил. А вот это средство я прям обожаю, вот это вот старое. Поэтому думаю, что и новинка должна зайти. Касаемо новинки из серии Арису, тоже уже писал про нее пост. Сыворотка понравилась, но не подойдет сильно убитым волосам. Знаете, такой легкий-легкий уход, легкое облегчение расчесывания, ухаживающие, возможно, какие-то свойства. Сглаживает немножко кончики. У нее достаточно большой расход, потому что она на водной основе. Там нет вот этого вот чего-то масляного, да. Она хоть и большая, 30 мл, но мне, тем не менее, нравится больше сыворотка с маслом амлы. Нет, ее у нас в каталоге. В общем, вот такая вот зелененькая маленькая малышка. Да? Она мне больше нравится. Она на масляной основе. И она как будто такая силиконистая, масляная. И сразу кончики прям имеют здоровый вид. Это послабее. Это так вот для средней убитости волос, для нормальных волос, да, может быть, подойдет. В большом объеме будут вот такие вот шампуни. У нас с вами ботаника. Шампунь яркости, шелковистость и объем. Мне очень нравится объем из этой серии. Этот шампунь подходит для тех, у кого, опять же, жирные корни. Да? Вот он классный, объем и густота. Он как бы... визуально делает ваши волосы более объемными, и за счет каких-то компонентов, не знаю, каких, корни приподнимаются, но, в общем, мне он нравится. Шампунь подбираем правильно, не по типу волос, девчонки, по типу кожи головы. А дальнейший уход уже бальзамы, масочки, это уже по типу волос. Карандашики для губ. Тоже очень понравился и удивил. Вчера буквально пост писала на карандаш. У меня в оттенке... Кто не видел, ссылочка на обзор будет под видео. Так, пыльно-розовый, по-моему. Если я не ошибаюсь, пыльно-розовый, да. Да, пыльно-розовый. Он не такой, как здесь. Очень красивый оттеночек. Вот на этот похож. Вот на этот цвет пыльно-розовый. В общем, классный. В Инстаграм проходите, там свотч есть, прям камера так достоверно передала. Я ходила с этим карандашом вчера весь день на губах, и он у меня только к вечеру съелся, хотя были полноценные приемы пищи. Я удивилась стойкости, удивилась тому, что не пересушил губы. То есть они как были нормально, так и были, никаких шелушений, ничего не появилось, да? Но если у вас они есть, то все равно, конечно, надо сначала приводить губы, либо наносить бальзам, а потом пользоваться карандашом. А так классный, прям понравилось. Сидел как влитой весь день, карандашик супер.
неплохая акция будет. Любая тушь, они обе классные. Но я больше люблю вот эту малиновую. Она так круто удлиняет. Вообще супер. Одна из любимых тушей Фаберлик с силиконовой кисточкой. И помада Кибальм, которую я тоже очень, кстати, люблю. Она ухаживающая. Это как бальзамчик, но с насыщенной пигментацией, очень красивых оттенков и ухаживающие свойства в то же время. За 399 рублей, девчонки. Это очень классная цена. Взять тушь и помадку вообще супер. Поэтому присмотритесь. Сейчас продукты в этом наборе представлены прям действительно классные. Палеточки для бровей. Маркер для бровей, да, у нас вышел в прошлом каталоге. Кушоны мы с вами обозревали. Сейчас у меня как раз вот этот в использовании золотисто-бежевый нравится. Ссылочка тогда под видео будет, кто про кушончики не смотрел. Зеркальце новинка прошлого каталога. Девчонки писали, что на AliExpress можно найти. На AliExpress, кстати, цена выходит дороже, чем Фаберлик, вот это зеркало с подсветкой. Кто-то скидывал даже, смотрели, искали на AliExpress. Оно 800 с чем-то рублей. Там самое дешевое вот такое именно зеркало. А здесь у нас с вами 1000 плюс скидка получится тоже рублей 800, но не надо ждать, будет целую вечность, да, из Китая. Карандаш, девчонки, вот это прям любовная любовь. Смотрите, он уже 349 рублей. Ай-яй-яй. Мне так понравился он, девчонки. Он так круто ухаживает. Сейчас вот перед видео тоже нанесла на кутикулу. Прям везде вот так вот вокруг. Так здорово ухаживает, увлажняет. Прям вот все равно буду брать, наверное. Или, не знаю, посмотрю в следующем каталоге, сколько он будет стоить. Очень понравился вообще. Карандаш потрясающий. Мою сухую кутикулу увлажняет на ура. Это просто спасение. Что касается новинок прошлого каталога, йогуртов для волос, у меня вот такой вот, да, розовенький ревень. Ну, что сказать хочу. Ничего хорошего, как бы, мне не подошел. Тоже пост писала. Он запутывает волосы, но там нет силиконов, нет СЛС. Как бы это надо понимать. Если у вас волосы поврежденные после таких продуктов, они будут плохо выглядеть и плохо расчесываться. Нужен какой-то дальнейший уход. Даже если его совмещать с масками из этой серии, я их брала, когда они только появились, они очень слабые тоже. Поэтому вот эту вот линейку в целом я могу посоветовать только обладательницам нормальных, не окрашенных, здоровых волос. Тогда да. А так нет. Теперь, наверное, как гель для душа его буду доиспользовать. Не более. Ни Тани, ни Чаев у нас появляются новинки. Хочется что-нибудь взять попробовать. Смотрите, с пастой Орза и маслинами супчик. Вот. Что-нибудь возьму обязательно, потому что иногда прям все так надоедает. Хочется чего-нибудь новенького. Вот, пожалуйста, супчик. Сварил мясной бульон наваристый, да, и добавил туда пачку вот этого супа. И прекрасно, и замечательно. Кстати, девчонки, кто в третьем каталоге сделал заказ на 50 баллов, не забывайте, в этом каталоге вам положен подарок. Любой суп или коктейль. Интересно, туда будут входить новинки. Я бы прям себе взяла вот такой вот. С чем он? С кофе. Да? С кофе. Новые вкусы у нас. Банан, яблочный штрудель. Ну, яблочный штрудель, мне кажется, тоже вкусный должен быть. Ну, посмотрим, будут входить, как каталог начнется, обязательно с вами посмотрим. Либо супчик, да, какой-то можно взять. Батончики протеиновые, любые 2 по 79. Я на них что-то подсела капитально. Так они мне нравятся, так нравится их вкус. Прям вообще обожаю. По поводу БАДов. Много вопросов опять по поводу БАДов. У БАДов и Берлик очень хороший состав, девчонки. Если вы в чем-то сомневаетесь, лучше проконсультироваться с врачом. То есть приходите на прием в плановом порядке, да, и показывайте состав своему доктору. Он вам уже говорит, можно или нельзя, да. А так, составы великолепные, потрясающие. Мне практически все БАДы нравятся, которые я Фаберлик пила. Они действительно работают, они действительно классные. Миксер, да, погружной блендер, новинка прошлого каталога, не бюджетный совсем, совсем не бюджетный. Ножнички возвращаются, кухонные уже подобные были когда-то в Фаберлик. 800 рублей без скидки. На самом деле удобно, да, вот так вот, правда, курицу, мясо, рыбу резать. Очень удобно. Посмотрю, может, возьму. Мне вот такого предмета на кухне не хватает, конечно. Хотелось бы приобрести. На кувшины тоже давно смотрю. Заварочные чайники, знаю, многие ловят. Никак не поймают, они почему-то кончаются очень резко, да. 700 рублей он стоит, но на самом деле удобный. Удобный и красивый. Поэтому, если бы я пила чай, я бы себе тоже такой хотела приобрести бы однозначно. Но появляются у нас новые освежители воздуха, биоосвежители в линейке Гринли. Будут они дороже немного. А нет, пока 149 рублей, кстати, как обычные, да. Но обычно у нас по 99 бывают. Но дороже, дороже, конечно. Объем у них одинаковый, как и с теми, да. И нам уже
Наставник наш прислал обзор на них. Кому-то понравился цитрусовый, кто-то цитрусовый в нем не почувствовал, кому-то понравился акватический. Кто-то говорит, что они совсем в воздухе не витают, сразу аромат оседает, и он не чувствуется в комнате. Я, скорее всего, возьму оба, и мы с вами попробуем. Попробуем, обязательно потестируем, как он работает и так далее. Жидкое средство для мытья посуды. Так. Нет, для мытья посуды, я вам уже говорила, я больше не возьму Гринли, мне не понравилось. Оно, возможно, и безопасно, и все в этом плане замечательно, но оно плохо пенится, не хочу. То есть на три тарелки максимум хватает. Кондиционеры для белья тоже мне не понравились, и белье как-то мягким особенно не делают, и ароматы не оставляют. Я люблю, когда аромат остается. Биогель сейчас тестирую активно для стирки белья, новинка прошлого каталога. Ну, что могу сказать, девчонки, ну, как-то вот мне тоже не понравилось. Я стирала им балоневые такие зимние штаны дочери, да, там были пятна внизу, пятна просто обычные от грязи, да, ну, вот от песка на дорогах, вот эти вот, и он не отстирал. Даже вот эти пятна. Поэтому биоформула против пятен эффективно удаляет пищевые, природные, косметические. Не согласна абсолютно. Но мне девчонки очень хвалили пятновыводитель Гринли. Прям вот вау. Напишите, пожалуйста, кто пробовал, девчонки, как вам этот пятновыводитель по сравнению вот с другими пятновыводителями Фаберли. Как он вам? Мне прям вот так его нахваливали, что мне захотелось даже взять попробовать. Серия Дом Фаберлик, что-то у нас интересненького. Новиночек пока никаких вроде больше нету. Буду порошочками, кондиционерчиками затариваться, запасаться. Ну и все. Дальше у нас с вами для животных книжки. Новиночки одежды вот такой вот, не знаю. Хотя вот сорочка классная, была бы она чуть подешевле, но со скидкой консультанта за 1000 нормально, в принципе. Она из вискозы. Мне так нравятся девчонки из вискозы, ночнушки. Вот вообще здорово, я прям обожаю. И костюмчик у меня один есть из вискозы, такой домашний, супер. Новинки прошлого каталога, да, вот эти спортивные костюмчики. Многие жалуются, что горловина очень узкая, прям под шею. Я такие не люблю, только из-за горловины не возьму. Хотя сама идея мне очень нравится. Я бы такой костюм таскала прям вот с удовольствием, на самом деле. Так, в конце у нас есть распродажа. Еще вот подумаю по поводу обуви. Мне нужны такие вот какие-нибудь кеды или тапочки. Смотрю и даже не знаю, не могу определиться, какие именно хочу. Все приглядываюсь, может, вот такие вот розовенькие, потому что сейчас как-то у нас быстро весна настает. Март еще холодно-холодно, а в апреле прям может за неделю с минусов до плюс 20. И сразу надо переодеваться, обувь менять и так далее. В конце распродажи ароматов у нас с вами по 30 миллилитров. И любые 2 за 379, любые 3 279. Это классное предложение. Здесь у нас представлены с вами для женщин Пандора, Рената, Бьюти Кафе. Так, и для женщин тоже Шато де ля Ро, Дезирабль, Фестель де Вита, Бьюти Кафе, Каприз Класс. Супер, ароматы такие ходовые представлены, вообще здорово. Можно взять по акции. Здесь распродают старые помадки все, да. Уже много новых. Как бонус за покупки за 135. Я не очень люблю все эти помадки. Вот эти оттеночные бальзамчики. Он не оттеночный, нет, антивозрастной. И какой у нас? Витамином с маслом. С маслом авокадо, да. Они мне не очень нравятся. Мне почему-то они по факту сушат губы. Так, бархатный сезон тоже сушит губы. 155 рублей всего. Но они классные. Они действительно матовые. Про палетку, про вот эту у меня многие спрашивали. Артикул ее и так далее. Вот она в каталоге, девчонки, смотрите, артикул 60-73. Палетка классная, 379 рублей. Нормальная для нее цена, со скидкой за 300 рублей. Ее хватает надолго, но ее бережно надо как-то хранить. У меня почему-то в обоих палетках два раза заказывала. Хайлайтер сразу разбивается, разлетается. Да, и остается только румяный скульптор. Очень деликатный скульптор, очень красивый румяна, освежающий. Прям такой оттенок. Вот эту палетку люблю, прям обожаю и рекомендую всем и всегда. Она действительно классная. Мне кажется, ее тоже выводят. Останется у нас одна палетка из серии Glam Team. Она гораздо дороже. Хотя там оттенки, мне кажется, те же самые абсолютно. Маски вот эти я не люблю, девчонки. Они мне не нравятся. Уход от Эксперт за волосами тоже, кроме черного шампуня. Все остальные вызывают зуд кожи головы, к сожалению. Бьюти Кафе, приятные цены. Новинки гелей для душа мы с вами обозревали тоже. Мне понравился больше всего ландыш и нарцисс. Пиона я не почувствовала. Крокус какой-то тоже не очень. Но это дело вкуса. А пион, ну, пион точно не пион, вообще ни грамма. А ландыш прям ландыш и нарцисс. Нарцисс достаточно насыщенные, яркие, зеленые весенние ароматы.
Ну вот и все. И в конце нам компания Faberlic рассказывает о том, что у них теперь есть перерабатывающие заводы, да, которые перерабатывают пластик. И смотрите, девчонки, если ваш пункт выдачи принимает пластик, то вы можете пустые баночки сдавать в ваш пункт выдачи, да, 810 пунктов сбора пластика Faberlic, и потом на заводе будет все это дело перерабатываться. Это на самом деле круто. Это действительно такой экопроект мощный, да, на самом деле. Вообще в прошлом году и в этом году Faberlic какой-то делает прорыв нереальный в своих программах, в своем качестве. Я приятно удивлена. Молодцы, просто супер. Ну, девчонки, кто не зарегистрирован, ссылочка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем общаться. Вот такой будет подарочек в четвертом каталоге. Красивая розовая косметичка, тушь. Классная, кстати, тушь, ее многие хвалят. Не с силиконовой кисточкой, с обычной. И жидкая матовая губная помада. Я их тоже очень люблю, Faberlic. Подарок потрясающий, прям замечательный. Ну и на этом все, мои хорошие. Если видео было вам интересно и полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую, всем весеннего настроения. Пока-пока.